последнее хочу сказать. Мы строим, завершаем строительство синагога в Севастополь. Мы решили там строить, потому что где хотели нас уничтожить, там и хотели возродить еврейский жизнь заново. Это будет, во-первых, синагога очень красивая, она просто дворец внутри. Когда господин Марги был в Севастополе, он бывший министр религии Израиль, он сказал, что такая синагога немного в мир, она просто действительно очень красивая. Ну, а вам желаю всего самого доброго. У нас есть строительство, к сожалению, я думаю, что мы до конца года можем закончить строительство синагоги. Я сейчас задержка из-за финансовых вопросов, я надеюсь, что он будет решаться. У евреев проблемы с финансами.